Всем привет! В эфире программа «Культ Фьюжн». Ваш гид по культурной жизни и индустрии развлечений нашего с вами города. Тверичане с нетерпением ждали концерт рок-группы «Цветы» под руководством Стаса Намина. Все билеты раскуплены заранее. Однако в нашу жизнь вмешались непредвиденные обстоятельства. В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции вышло постановление губернатора, согласно которому необходимо временно приостановить проведение массовых мероприятий, в том числе и концертов. Организаторы заявляют, что выступление группы «Цветы» переносится на более поздний срок. Дата уже определена, он переносится на 10 октября, и всех любителей рок-музыки, и всех поклонников этого коллектива я прошу поддержать и нас, и музыкантов, которые, безусловно, приедут, которые, безусловно, ждут встречи с тверской публикой. Все билеты, которые у людей на руках, будут соответствовать 10 октября, поэтому не нужно волноваться по этому поводу. Места, которые указаны в билетах, будут соответствовать тем местам, на которые можно будет присесть. Если все-таки кто-то надумает вернуть билет, мало ли, ситуации у всех разные, то, безусловно, билеты можно будет вернуть, получив полную сумму денежных средств, и вернуть билеты в места их приобретения. В целом, работа ККЗ «Панорама» ведется в плановом режиме. Работает кинотеатр, готовится мероприятие на апрель. ККЗ «Панорама» ждет жителей и гостей областной столицы. 1 апреля начнется продажа билетов на абонементные концерты нового сезона 2020-2021 года. В этом году абонементы, на мой взгляд, как никогда интересные. С 1 апреля начнется продажа абонементов «Музыкотерапия», в которую входит 3 концерта. Традиционно первый концерт – это уже полюбившийся тверским зрителям коллектив «Батька Атаман». Второй концерт – «Терем-квартет». И третий концерт, который входит в этот абонемент, представит нам камерный оркестр «Московская камерата» с солистами-вокалистами «Москонцерта». Более подробно ознакомиться с программой мероприятий можно на официальном сайте ККЗ «Панорама» тверь.ру или по телефону 320033. А сейчас о кинопремьерах. 12 марта в широкий прокат выходит семейная мелодрама «Счастье в конверте». Это 3 удивительные истории, которые расскажут, что такое счастье. Ведь каждый его понимает по-разному. Это 3 удивительные истории о любви и дружбе. О том, как уметь оставаться человеком и не предавать себя в любой жизненной ситуации. Секрет счастья скрыт в душе каждого из нас. И то, как мы понимаем это счастье, представляет, как мы несем себя в этой жизни. Кинолента «Счастье в конверте» позволяет нам окунуться в прошлое, вернуться в детство, ну и задуматься о смысле жизни. И по словам генерального директора телекомпании «Интеграция» Александра Хачко, «Счастье в конверте» – это честный фильм о настоящих людях. На этом у меня все. До встречи в следующей программе. Пока-пока.